Крис Роман на канал Евросток Вей. Здесь Марьяна Мурова. Привет, Марьяна. Здравствуйте. У меня, конечно, короче вопрос, потому что в Бразилии я бил великие игры. Олимпийские игры. Да. И потом тоже паралимпийские медали. И мы видели на Западе, что русские это большие люди, потому что они используют как-то и скажите мне, что у вас мнение такое? Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Сейчас уже политика вмешивается сама в спорт. Наших многих спортсменов не допустили до олимпийских игр. Паралимпийцы тоже не поехали в Рио. Я считаю, что спортивные чиновники должны бороться за права спортсменов. И, кстати, много раз политика тоже вмешивалась в мою жизнь тоже, в плане спортсменки. Я хотела поехать в Австралию на чемпионат мира, вот, но мне не дали визу в Австралию. И да, это было очень обидно и очень неприятно. И, ну, как-то так, да, я считаю, что спорт должен быть вне политики. Ну, что делать? Если ситуация продолжается, то постоянно не будут организовать бойкот. Ну, к сожалению, я, может быть, пока не спортивный чиновник, не могу решить какие-то такие важные вопросы, но я стараюсь как-то на своем уровне доносить до этих чиновников, что надо защищать спортсменов, потому что мы должны представлять свою страну в таких международных соревнованиях, как Олимпийские игры, различные чемпионаты мира, и просто начать чиновники плохо. И в следующий год, через почти два года прошло, у нас будет после Россия чемпионат мира в футбол. Что вы думаете? Если честно, я не очень люблю футбол. Ой. Да, но я надеюсь, что у нас будет выходить, потому что очень много фанатов футбола. И я считаю, это очень странно, если это именно какую-то страну, потому что нет каких-то объективных причин. Я надеюсь, что все равно футбол будет проводить в нашей стране, в России. Вот, это будет замечательное спортивное шоу, соревнование. Я надеюсь, что все будет нормально, и нам устроит никакой бойкот, и принесет никуда соревнования, потому что это просто какой-то детский бред. Я хочу сказать, что Россия хорошая страна, где много хороших людей, где много хороших спортсменов. Я считаю, что СМИ многие как-то плохо работают, освещают нашу страну как-то не очень красиво, но на самом деле мы хорошие, открытые люди. Спасибо. Спасибо.